Друзья, всем привет! Меня зовут Юля. Вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик», и сегодня мы с вами будем готовить кое-что очень вкусное из замороженных ягод. Даква? Я уверена, что ваши морозилки до сих пор завалены запасами ягод с лета. Самое время их уже использовать, потому что на дворе практически март, уже весна, скоро уже новые ягоды пойдут, а мы еще старые запасы до сих пор не израсходовали. Поэтому я вам предлагаю приготовить очень вкусный мусс из замороженных ягод. И это, кстати, совершенно постный рецепт. Нам понадобятся замороженные ягоды. У меня клубника. Я возьму 200 грамм. Желатин 1 столовая ложка, у меня быстро растворимый. И сахар. Здесь у меня 2 столовых ложки, но сахара нужно брать по вкусу. Обратите внимание, что желатин может быть разный. У меня вот такой вот быстро растворимый желатин. Его не нужно замачивать в холодной воде перед тем, как добавлять его к продукту. Есть желатин листовой, есть желатин тот, который нужно замочить, чтобы он разбух. Поэтому, когда используете желатин, обязательно читайте то, что написано вот здесь вот на оборотной стороне упаковки. Рецепт максимально простой. Мы берем замороженные ягоды, кладем их в ковшик или кастрюлю и ставим на плиту. Нам, по сути, нужно с вами разморозить ягоды. Мы варим до тех пор, пока у нас ягоды не станут горячими, не отлипнут друг от друга, и потом будем добавлять сахар. Посмотрите, у нас ягоды разморозились, теперь мы насыпаем туда сахар. Перемешиваем. И варим еще 3-5 минут. Нам нужно, чтобы смесь стала горячей, и потом мы будем ее пробивать блендером. Мы с вами сделали пюре. Теперь берем наш желатин. Напомню, что он у меня быстро растворимый. Заливаем его совсем небольшим количеством горячей воды, но она не должна быть кипящей, где-то 70-80 градусов. Перемешиваем и наливаем в наше пюре. Дальше берем миксер или вот такую вот насадку-венчик и начинаем взбивать пюре вместе с желатином, пока оно еще горячее. Посмотрите, какой у нас получился мусс. Даже и не скажешь, да, что здесь до этого были замороженные ягоды. Он стал таким розовым и сильно увеличился в размере. Теперь мы просто перекладываем этот мусс в формы. Можно вот такие керамические, стеклянные использовать, можно силиконовые. Я попробую так и так. И, кстати, если вы хотите, можно в этот мусс добавить взбитые сливки. Просто берете сливки для взбивания, взбиваете их в миксере, смесь эту остужаете и потом также перемешиваете миксер вместе со сливками. Пока мы мусс взбивали, он у нас уже остыл, поэтому сейчас его нужно поставить в холодильник хотя бы на час, и потом можно наслаждаться. Друзья, наш мусс получился очень вкусный, я его уже попробовала, сейчас еще раз с вами попробую. Вот, если вы любите ягоды, тем более клубнику, это просто что-то невероятное. Такая консистенция, похожа на пудинг или на взбитые сливки. Очень вкусно, просто очень вкусно. И главное, что это постный рецепт, и вы, если поститесь, можете готовить его прямо сейчас, есть с чаем или просто так. Но это что-то невероятное, у меня просто слов уже нет, чтобы рассказать вам, как это вкусно.
Пишите ваши отзывы в комментариях, ставьте лайк этому рецепту и подписывайтесь на мой канал. Пока!